І навіть темрява не завадить нам вкотре зазирнути за перебрік. Здавалося, що ось це вже дно, але знизу знов постукали. Пропагандист Соловйов уявив себе головнокомандувачем, як почав віддавати накази. Я абсолютно согласен з Дмитрием Анатольовичем Медведевым. И все эти фразы, которые сейчас заявляет Киев, что ночью атаковали дроны «Камикадзе», все были уничтожены ПВО, значит, ущерб должен быть нанесен правительственным кварталом Киева такой, чтобы был виден со спутника. Не должны существовать правительственные кварталы во всех городах страны террориста. Укрорейх должен прекратить свое существование. Это то, что считаю я. Действовать надо предельно жестко. На территории Российской Федерации должен быть отменен мораторий на смертную казнь. Все причастные к террористам должны быть казнены. Поэтому сейчас вот то, что меня еще это умиляет, 3,5 года дали пособникам убийства. Дарьи Дугиной, это что, издевательство? Пожизненное. И мне плевать, знали они, не знали, что, чего. Пожизненное. Я бы на самом деле публично вешал. Ну, хорошо, этим пожизненное. А вот тем, кто непосредственно осуществлял теракт, этих вешать публично. Я вам так скажу, дорогие граждане, и я обращаюсь ко всем, от кого зависит решение. Извольте отвечать. Извольте отвечать жестко и сделать все необходимое, чтобы страна победила. Если вам для этой цели необходимо использовать тактическое ядерное оружие, используйте. Стратегическое – используйте. Если вам для этой цели надо использовать баллистические ракеты с каким-либо иным, а не ядерным, ну, хотя бы обычным, конвенциальным, используйте. Но не должны Кремль бомбить нацисты. Давайте уже пожестче. Укрорейх должен быть разрушен. І ось цей типовий пацієнт психлікарні має мільйонну аудиторію шанувальників. Вони до нього ще такі самі приходять на шабаш і давай всім погрожувати. Вчергове ті почали розказувати, що негайно потрібно знищити президента України. Почали закликати свою армію йти у наступ і зносити все на своєму шляху. Ой, а деякі експерти чомусь почали висловлювати побоювання щодо цілі так званої спеціальної військової операції. І того, а що ж нарешті можна вважати перемогою? Так-так, дуже актуально ставити ці питання через більше, ніж рік війни. Все, Зеленський! Всюду! Ну вот теперь надо... Часики начали отсчет обратный. Все теперь... гарантии, которые ты думал, тебе даны, отозваны. Нет. Это было покушение на верховного главнокомандующего. Об этом сейчас пишут мировые СМИ. Это, возможно, был сигнал к началу контрнаступа, который, о котором так долго говорят. Я предлагаю, когда вернется Зеленский, позвонить по его вернется? Кабинету. Когда мне говорят, что ну вот, там Зеленского уничтожим другого, и другого уничтожим. И третьего, и четвертого, и пятого. Дальше желающих не найдется, в принципе, даже. Априори. Надо просто идти сносить, не могу. Конечно. Сносить. Сносить? А не вот это, да вы что, да мы не... Наш метод. Наш метод. Просто у нас стратегия есть? Вот чтобы нам всем было понятно, как мы эту войну хотим закончить. И не просто денацификация, демилитаризация, а будет Одесса или не будет Одессы. Дойдем до Приднестровья или не дойдем до Приднестровья. Чтобы в Приднестровье люди тоже знали, что дойдем. Я, честно говоря, про Лиссабон думал. Надо перестать жалеть. Надо вот перестать заворачиваться там. Конечно, от этого чувства надо избавиться. А для этого надо четко определить, зачем и куда и докуда. Любой человек, который исходит из того, что можно пересидеть специальную военную операцию, этого не будет. Либо мы побеждаем, либо капитуляция, национальный позор и отсутствие жизни и у них, и у нас, и вообще у всех. И у тех, кто был за, и у тех, кто был против. Забудьте, страны просто не будет в альтернативном сценарии. Что сейчас произойдет? Если мы не ответим, американцы скажут, что, видите, нет никаких красных линий. Да. Поэтому можно поставлять самолеты, русские не ответят. Можно поставлять дальнобойные ракеты, русские не ответят. Видите, я неоднократно задавал вопрос, и сейчас он звучит очень актуально. Что понимать под победой? Вот что понимать под победой? Потому что действительно нам надо выходить на западную границу. В противном случае, вот ничего с этим государством больше не сделаешь. Если даже мы сейчас замиримся, если будет конфликт заморожен, то через 5, через 10 лет уже накачанные другим оружием, морально подготовленные войны эти украинские, вот эта вот вся эта орда двинется снова. Вот если мы сейчас не ответим на это, то завтра, вот 9 числа, будет массовая атака. Вот на мой взгляд, 9 мая как раз они проведут массовую атаку этих дронов. Сколько мы там собьем, сколько долетит, но если долетело 2 до Кремля, вы знаете, я ничему уже не удивляюсь. И не удивлюсь, если они смогут нанести этот удар. Все смотрят мяч на нашей стороне, как мы среагируем. Ставки очень высокие. Поэтому, если мы сейчас не среагируем на провокацию, на удар по Кремлю, они скажут, можно все. Сегодня начинают прощупывать во всю нашу оборону. Да, идут потихоньку. Там идут, лезут. То, о чем мы говорили. Так что попытка покушения на нашего президента, попытка покушения на политическое руководство в Крыму, рельсовая война, это подготовительный этап
к украинскому контрнаступу. Ну, посмотрим. На этом все, увидимся завтра. А в іншого пропагандиста Норкіна у студії телеглядачам пояснюють, чому РФ не має відповідати на безпілотники над Кремлем. На їхню думку, Україна будь-яку відповідь може привернути на свою користь. Андрій Владимирович нам про погроми говорив давно. Чувствуєте ли ви некое удовлетворение, що ваші предупреждения оказались правдивими, Андрій Владимирович? Я не чувствую удовлетворения, тому що це тільки начало, то, що произошло в ці дні. І тогда, проблема, извините, проблема сейчас, в тому, що... Сейчас, подождите. Є ли у вас тогда чувство, може бути, роздражения, що к вашим словам не прислушались? Є, звісно, тому що, як ви помните, в цій студії многие сміялись, коли я говорив об этом. Сейчас уже не до смеха. Я просто хочу сразу перейти к делу. Дело в том, что то, что произошло вчера и позавчера, это пристрелка. Это не какая-то отдельная операция. Это часть из тех шагов, которые будут предприняты в ближайшее время. Следующий, второй этап пристрелки намечен ориентировочно на 7-8 мая. И основной этап это будет в момент наступления украинских войск. На настоящее время со стороны Украины определены порядка 30 целей. Какой будет наш ответный ход? Любой наш ответ будет на пользу украинскому руководству. Любой, абсолютно. Или мы промолчим, или мы ударим, это будет только им на пользу. Значит, нужно исходить из того, что, во-первых, у них почти 1500 беспилотников, включая тяжелые подготовленные. Что касается даты, я сегодня могу примерно сказать уже. Это, вероятнее всего, будет сразу после 14 числа, потому что 14 числа состоится ключевой для Зеленского визит в Берлин. Я согласен. Любой наш ответ нанесет нам ущерб, просто разного уровня, больше или меньше. Они находят такие удары, которые нас, по большому счету, ставят в стратегический тупик. Часто встречающиеся сейчас в телеграм-каналах, что Зеленский боится возвращаться вот прямо сейчас в Киев и будет тусоваться, значит, как можно дольше по европейским столицам. Я думаю, что Зеленскому в реальности ничего не грозит, он давно это понял, и у нас отношение к личности Зеленского не меняется, потому что, ну, даже уничтожение Зеленского, оно, вот как сказал Алексей Сергеевич, никакого военного смысла иметь не будет, но будет иметь очень большой негативный пропагандистский информационный эффект. С моей точки зрения, лучшим ответом было бы, конечно же, это военный ответ, а со второй точки зрения, второй аспект. Это ответ, это мобилизация постепенная, поступательная. Общество и ВПК. Мы должны готовиться к противостоянию во всех аспектах затяжному. И самое главное, что я хочу сказать, что я думаю, что все вы будете удивлены насчет даты визита. 9 мая выходить? Нет, не обязательно 9 мая, но посмотрим. Ну и куди ж без обговорень про контрнаступ України? Військовий глядач пропагандист Підубний вважає, що Київ вже розпочав реальну підготовку контрнаступу. І як мінімум на харківському напрямку. Причому в нього інформація, що харківське груповання значно більше, ніж те, що зібралося звільняти Херсон. Так вважає Підубний. І наголошує, що озброєна вона краще, ніж бригади ЗСУ Херсонської області. Ну, тут треба сказати, що активність противника на всіх ключових участках лінії бойового соприкосновення все последние дни возрастает. Причем активность не только непосредственно на линии фронта, но и активность средств огневого поражения, которые действуют по тыловым районам. На севере зоны специальной военной операции, на Артемовском направлении активно бьет артиллерия противника на Донецком направлении, а на юге продолжают формироваться резервная ударная группировка. И, собственно говоря, по нашей информации, в ближайшие дни формирование это будет закончено. Вот здесь мало у кого есть сомнений о том, что противник уже в ближайшее время, причем речь идет, ну, наверное, о днях, начнет контрнаступательные действия. Как они будут развиваться, естественно, нам, нашей группе, неизвестно, но можно предполагать, что будет несколько пока вероятных ударов основных противника. При этом на линии боевого соприкосновения, вне зоны действия наших систем противовоздушной обороны, не залетая на территорию, которую контролируют наши силы, начинает все активнее работать авиация, формирование киевского режима. Жень, вы упомянули о накоплении сил ВСУ в Харьковской области. Это к тому, что не стоит исключать и вторжение в Белгородскую область? Ну, как выяснилось, не стоит исключать удар по Кремлю. Евгений, на самом деле в Харьковской области противник сформировал действительно крупные силы, но как они будут использованы, пока неизвестно. Дело в том, что одно из вероятных направлений удара противника – это севернее Сватово. А для этого придется формированием киевского режима действовать из Харьковской области. Что касается возможных попыток рейдовых действий, либо широкомасштабного наступления на территории Белгородской области, ну, исключать сейчас ничего нельзя. Что военные говорят в зоне специальной военной операции? Специалисты, я имею в виду. Откуда эти беспилотники прилетели? Здесь диверсанты действовали? Из Украины летели? Евгений, ну, военные здесь в зоне специальной военной операции сосредоточены на собственных проблемах скорее. Поэтому давайте мы не будем отсюда гадать, откуда летели беспилотники на Кремль. Спасибо вам большое, Евгений Подобный. Наш легендарный военкор работает в зоне специальной военной операции с последними новостями о том, что наступление украинской страны вот-вот
начнется. Ох уж ті нещасливі обличчя у студії. А що такое? Он і ще цей невдаха, звільнений звідусіль колишній директор Державного космічного агентства «Роскосмос» Рогозін, закликає до ядерної війни. Той вважає, що Росія має використовувати тактичну ядерну зброю, щоб знищити контрнаступ України, бо зараз немає іншого виходу. Вот, ну в целом надо сказать, что в соответствии с нашей доктриной мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия, потому что как раз оно для этого и существует, этот великий уравнитель, для того момента, когда явное будет несоответствие в силах и средствах обычных вооружений в пользу противника. Поэтому наилучшим методом для того, чтобы разрушить его наступление, применить ТЯО с понятными, конечно, последствиями, но другого варианта, мне кажется, на сегодняшний момент и нет. Поэтому еще раз хочу сказать, мы ждем наступления, мы к нему готовы, мы понимаем, что будет очень тяжело, поскольку с их стороны будет навалена большая мощь, но никто позиции с нашей стороны бросать не собирается. Ці хворі так і не зрозуміли, що чим більше подібних заяв звучить із Росії, тим більша ймовірність, що жодної Росії в майбутньому не буде. Ну а тим часом в окупованому Росією Криму місцеві жителі скаржаться на місцевих чиновників, які просто хочуть виселити їх з будинків, адже шматочок землі біля моря, ой, дуже ласий. Я живу в робочому городке з 72-го года. Все, не було ні води, ні каналізації в домах, ні, ну нічого, абсолютно. Обыкновенный сарай, без фундамента, без всего. Дали людям дома приватизировать, потом ремонт не делался, долго-долго люди сами сделали ремонты. Сейчас здесь настолько, у нас мы за свои деньги сделали все, даже дорогу, газ провели, этим тоже мы сами здесь занимались, а теперь в каждой квартире газ. Воду попроводили в каждую квартиру, канализацию провели. И у нас нормальные дома, теперь нас хотят снести, признали дом аварийным, хотя было только... визуальный осмотр. Экспертиза проведена фактически не была. И теперь, конечно, это стал лакомый кусок для администрации. Очень хорошее, конечно, место. И намоленное рядом с церквями, рядом с морем. И поэтому, ну, нам кажется, что все-таки приглянулось кому-то это место. Я узнал, когда постановление пришло, ко мне никто не заходил. Возмутился, конечно, потому что у меня есть государственный акт о приемке моего жилища. Я делал ремонтом капитальным, все переделал. И у меня комиссия ГУСАК подписала. Что можно здесь реконструировать? Вот, пожалуйста. У меня котел, теплые полы. Я сделала такой грандиозный ремонт. Дают год и четко прописывают какие-то несуразные рекомендации по реконструкции. Мы сейчас готовим документы для подачи в суд. И моя улюблена рубрика «На десерт». На болотах росіяни виставили на продаж одяг та продукти, які поклонники Путіна збирали для своїх солдатиків як гуманітарну допомогу. Всім привіт! Ми знаходимося зараз в Хебда, в районному центрі. І що я бачу? От ми в Севастополі збираємо гроші, відправляємо людям на фронт за свої гроші. Посмотрите, яка це... То, що положено солдатам, от, смотрите, не для продажі, не для продажі. Они на этом деньги зарабатывают, на войне. Там мальчики наши гибнут, дети. Люди простые, пенсионеры оттягивают, от своих пенсии отдают. А они на этом, значит, какая-то тыловая украла и сюда прислала, чтобы здесь продавали и деньги зарабатывали. Я такого не ожидала. Стыдно, просто должно быть стыдно. Ну, они молятся, и воруют.